Thank you.
Стены играют все, но... Да. Стены играют, стены играют.
Да только у тебя физика там такая, понимаешь? Если я физику сложь, физику делаю. Физука, ну физика полета мяча. Играть через а ну это прикольно. Да, прикольно. То есть, в принципе, если дожидаешься, он прикручен, да? Да. Где-то ногами можно. Если вкрутить ракетку на руку, то да. Боже, да. Сейчас как-нибудь замиксуем. Королем, падла. Падла? Нет. Да, но первый туда кинулся. Здравствуйте. Обязательно. Да.
Приходи, давай. Убежал. Сейчас я вернусь. Что? На работу, ладно? Thank you.
вот больше нас весит. Конечно, конечно. Привет. 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 Прив
Давай, давай, нормально. Могу 8. Серьезно сейчас перебирать. Кстати, я подценил немножко. Без сопли как раз пролезли. Thank you.
Thank you.
особенно первый раз, когда справа зайду. У меня дочь не заболела, да. Когда добегал, конечно, справа зайду. Алло! Thank you.
Давай, ну понимаешь, что левый задний сел, он ничего не сделает. Ты Пойдем. Thank you.
Она мне говорит, она пропала, сломала. Она прям говорит, губы, она ничего не добилась. Не знаю, правда, что делать с коробкой. Не говорить. Да я говорю, что я не знаю, что не говорить. Не говорить. Чужого телефона. Не, мне все сказали нахер. Нет, мне все сказали нахер иди. Вот, прям вот вообще открытым текстом. Типа разбирай. Так знаете, сколько там проблем? Это же, блин, Discovery. Это... Я теперь понял, почему у меня все так говорит. Мне тоже такие говорят, болты сломались. Ну ничего, говорит, на следующий стол приедешь, тебе болта приедешь, сейчас просто говорит. И новый поставим. Я говорю, что вы делаете? Нет, это 200. У вас, мне кажется, сейчас рыночек начинает. На панике сейчас просто все будет перебрасываться. Пока еще не будет. Очень тихо. А здесь все было такое. У вас правда? Не то, что же стекло на одной стекле. А у меня китайская карта. 8 стоит. Но у меня куб вот этот. Что, Жень, это, Сашу четвертым, ты там что делаешь? Ты там не нужное звено в цепочке. Иди. Ты можешь сейчас освободить себе место в чайке завтра. Что-нибудь? Пойдет, я написал. Как написал? Жень, состав. Ты с Сашей? Нет, все отлично. Написал. У меня нога просто периодически. Да я что-то с этим, с Димой бегал. С Димой бегал что-то. Просто так, на ровном месте. Так не появился, болел. Сейчас периодически нагружаю. Вот, наверное, что же это на один поначалу. Тебе же знает, Питать? Да нет, просто я вот так еще до этого. Ну там все сразу, может. Не, ну сейчас тебе, сейчас даешь нагрузку, а потом сейчас даже.
Поехали. Жизнь прекрасна. Нет, когда у тебя перестроится жизнь, да, может быть, ну, сейчас тут я не могу. Я сейчас не могу. Кстати, вещества все это говно. Проблем много. Тяжело. Я, блин, через день по больнице. В реанимации через день. Мы же операцию сделали сколько полгода. Ну вот сейчас вот сорвалось опять. То ли после ковида, то ли после ковида, то ли уже выбрось. Операция удачная? Да хрен его знает, и удачная. Ей там нормально было. Но она каждый, там, каждую неделю стабильно ездит. Сейчас раз в два дня. Я катаюсь. Реанимация, ее там откачают, опять больно, опять домой, надо приниматься. Вот мы сейчас это, сейчас. А никто не играл. А сейчас никто это, не это. Такие врачи дебилы, что никуда не дальше нормально. У нее нарушение ритма, вот, и из этого состояния выводит только в реанимации наркотой. Ну, по идее, это сердечников, это как бы раз. Кто выиграл? Ну, первую мы выиграли, а вторую я что-то люблю и сладим. Когда 3-4 рядом год, это считается нормально. Вот. Когда вот чаще 3-4 раза в год, это считается, что уже как, нехорошо. Но 4 раза в год, это считается, как... Ничего страшного. Хронично? Аритмия. Ну, давление, да. Ну, со всеми таблетки сейчас. Там по 11-12 таблеток такая, в горсти. Я там в неделю за десяточку на таблеточке. Ой, 59-го года. 60. Ну, у тебя поактивнее. Выхода нет. Вот. Стационары с этим не берут, потому что нужна реанимация. Вот. В больнице, которая была реанимация, потому что они откачают. Вот. А как бы, лечиться надо. А лечиться, когда все воспаленное, непонятно как. Обследование не требуется. То есть полный замкнутый. Сейчас вот завтра поедем. Куда мне сделать? Врача. Чуть-чуть познакомься. Только знакомься. Надо идти по всей пути. Даже через вас. Через деньги. Платишь деньги, тебя кладут, завтра выписывают. Это с бумажкой о том, что мы все сделали. Идешь к врачу, тебе дают бумажку. Идите лечить.
песен ты придется. Жопа, все. Ну сколько знакомых? Вот мы нашли, хорошо нам. Леша, не сюда отходить надо. Повезло, что операцию проведем. В смысле, а вот поле было чистейшее. Я смотрел поле, все смотрели поле. Не-не, поляна чистейшая. Мы с Варей не обманываем. Вдвоем. Ну что, идете пить? Да. Хорош! А нафига ты так втыкаешься и сбрасываешь мягко под правую руку? Или пожестче. Марь, нормально, ты не подготовил ракету. Ты ее не развернула, но у тебя была вот такая. Надо бы развернуть его. Был бы я один, я бы точно все сказал. Я вообще не задумывался. Пока еще открыто. Хотя ты уже сейчас конституционный номерат в Европе. Если раньше тебя бы приняли радостно в объятии, сейчас ты хотя бы смотреть, как на это. Я сразу видно, как я. В Германии можно будет подраться. Там все позже не было. А сейчас вот уже нет. Юра красавец. Ой, Петя красавец. Yeah.
Одиночник? Полосатые штаны. Нынче опасно. Как могут принять? Кто-нибудь настучать может? Смотрел там, как платформы сейчас развиваются, вот эти все. Вот, как называется. Как он называется? Ответственный стукач. А какой-то там гражданин. Что-то такое, да-да-да. Смотрел на это, охреневал. Нет, я просто, ну, что-то новость какую-то услышал о том, что вот. Как развивают эту платформу. Баллы у них там какие-то, они там соревнования. Эгегей, кто настучит лучше. Парковку можно платить. Да? Ё-моё. То есть, чем больше ты настучишь, тем больше ты простоишь. Чума. Ну, какой-то там, да, ответственный стукач. Да, Татьяна. Так я Костю не сужу. Ну, я предлагаю вам еще одну сыграть. Женя, боюсь, не приедет. Захотите. Ушел просто. Знаю, да, немного лет. Давай что, мы играем? Кукуш. Жень. Пойдемте, а я вам покидаю толпу. А я там. Пойдемте. А я домой там, ладно? Я с Варей, а вы, они вдвоем, ребята двое. Нет, ты последний играешь? Пойдем, а я вас погоняю. Смотри.